С наступающим Новым годом! Подарить детям праздник и поверить в чудо. Подеда морозить предлагали жителям города в одном из торговых центров Граца. Акция «Деда Мороза может стать каждый» проходит в нашем районе шестой год. То есть это шестая наша уже акция, которая проводится нами, молодежным центром и ресурсным центром добровольчества «Спутник». Собираем подарки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Списки нам традиционно представляет общество инвалидов. То есть это те детки, которые с подтвержденной инвалидностью. Сделать новогодний сюрприз и подарить праздничное настроение детям – это самый лучший подарок для любого неравнодушного человека. Ведь дарить подарки не менее приятно, чем их получать. Поэтому и желающих хотя бы на минуту превратиться в Деда Мороза, главного новогоднего дарителя, было хоть отбавляй. Сегодня вот мне захотелось купить красивую куклу, наверное, потому что я сама всю жизнь мечтала такой. Но, к сожалению, и возможности купить такую куклу у моих родителей не было. Да, собственно говоря, и так давно я живу, что и кукол-то таких тогда не было. Вот, а пускай у какой-нибудь девочки такая новогодняя мечта сбудется. Мы уже второй год участвуем в этой акции и дарим подарки детишкам, чтобы у них тоже был свой праздник, помочь им, поддержать их в трудную минуту. Новый год для всех. Я подарила куклу. А кому? Девочке. Девочка, ты не знаешь, что это будет за девочка? Не знаешь? А тебе кукла самой такая нравится? Да. А ты хотела бы сама ей поиграть? Да. А не жалко, что подарила? Нет? Ну как же, Новый год. Большой праздник, особенная радость для детей. А тут такая благотворительная акция. Надо участвовать, надо дарить детям подарки. Если мы, взрослые, не будем этого делать, кто же детям еще сделает радость? В этом году дети лишены праздничных елок, хороводов. Пусть будут подарки. Сладкие подарки и канцтовары, книги и игрушки. Больше 100 сюрпризов было собрано за 2 дня акции «Дедом Морозом может стать каждый», которая прошла в Граце и Заволжье. А под Новый год, в праздник, когда сбываются мечты, Дедушка Мороз принесет их в дома мальчишек и девчонок, чтобы кто-то еще поверил в добрую сказку и волшебство.